Приветствую всех на канале. Сегодня ролик, как из вот этого сделать вот такую вот рамную ножку. Эти ножки я буду использовать для уличных лавочек. Для того, чтобы сделать такую ножку, мы, естественно, будем использовать фуганок, циркулярную пилу, но в основном будем работать ручным фрезером. Ручным фрезером по шаблону. Если интересна эта тема, смотрите ролик. Подписывайтесь на канал, оценивайте, комментируйте, делитесь этим видео в соцсетях.